Дорогие друзья, с наступающим Новым годом. Я смотрю в камеру, потому что нас показывают на сайте наша.ру. Я смотрю в камеру и вижу ваши глаза. Значит, я левый. При помощи... Танечка, хочешь, я скажу тебе микрофон? А что именно? Для... Я тебе сейчас, знаешь, что? Вот я, ты серьезно, сейчас я тебя просто выведу. Потому что вы себя плохо ведете. Так, Александр, продолжайте. Таня, слушай, я на самом деле хотел бы поднять сейчас бокалы. За. Я понимаю, что мы ушли от плана, что мы не сделали одно, второе, третье. Я не обязан сегодня можно. Да, не делать ни одному, ни второму, ни третьему. Я хочу по традиции, вообще, я не помню, мы так делали или нет, но уверен, что на каких-то гулянках мы делали это. Я хочу, чтобы этот тост, у нас останется еще, наверное, один выход, больше не останется ничего в этом году. Мы выпили за Таню, потому что Таня... Вы пили за меня, без меня? Я сейчас предлагаю за тебя выпить, Таня. А, ну я же не время, знаю. Меня не слышат, что я говорю. Так ты формулируешь. Я хочу... Нет, я не так формулирую. Давай, хоти. Нет, я формулирую правильно. Ты понимаешь, что это только так? Я хочу. Давай. Нет, вообще Танечка правильно говорит, она хочет. Весь год она хочет, и поэтому мы хотели бы выпить за нее, чтобы в новом году это случилось. Я хочу, чтобы Таня... Мы подняли бокал за Таню. Она много терпела. Мы тоже... Слушай, посмотри, мой бокал от него. Мы тоже, в общем, были в какой-то степени неправы. В очень маленькой степени мы были неправы. Ровно в этой же... Нет, ровно в этой же степени мы были не против. А, собственно говоря, хочется сказать, что ты наша... Наша ты, наша. И многие это подтверждают. Многие это видели и подтверждают. И мы хотим, чтобы ты, будучи, когда уже уйдешь в следующий год, сегодня, как это будет раньше. И когда раньше уйдешь, ты всегда знала, что возвращаясь, тебя ждут два парня. Два парня. Молодой человек и мужчина. Молодой, как в сказке, знаешь, мужчина и молодой человек. Давайте. Мы поздравляем тебя. С наступающим Новым годом, и мы на самом деле счастливы. А давайте посвингуй. песню. Давай, не обращайте внимания. Вот тут как раз был бы, но мы уже его поставили, замыкая круг, был бы актуален. Но давайте что-нибудь такое прям, такое хулиганское, что никогда не звучало на нашем радио, что будет поднимать настроение всем нашим слушателям, которые слушают нас в новогодний день, вот этот вот 31 декабря. Давайте поставим. Медленную или быструю? Давай быструю. Давайте руки вверх. На нашем радио. Он тебя целует, говорит, что любит, и ночами вспоминал. Обнимает. К сердцу прижимает. Рубай. Все, руки вверх. На нашем радио. С Новым годом. Спасибо.